Всем привет, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами рецептом простой яблочной начинки для пирожков, пирогов и булочек. Яблоки очищаю от кожицы. Я использую кисло-сладкие яблоки. Натру на крупной терке. Поставила разогреваться сковородку. Отправляю небольшой кусочек сливочного масла. Отправляю на сковородку натертые яблоки. Добавляю лимонный сок и сахар. Сахар корректируйте по вкусу. Яблоки притушу буквально в течение 5-7 минут, чтобы они стали мягче и выпарилась лишняя влага. При желании в яблочную начинку можно добавить корицу. Начинка готова. Перекладываю ее в миску и оставляю остывать.